Всем привет! Это CosmeticStore.ru, интернет-магазин парфюмерии и косметики. И мы начинаем очередной ежемесячный розыгрыш парфюмерии, в котором может принять участие каждый. Напомню о правилах. Заходя на наш сайт CosmeticStore.ru, по адресу CosmeticStore.ru, вам появляется перед вами всплывающее окно. У меня оно сейчас не появится, потому что я его уже убрал. Вот. Подпи нажимая, вводя данные email, email и нажимая кнопку участвовать, вы принимаете участие в ежемесячном розыгрыше. Если в одном месяце вам не удалось стать победителем, то в следующем месяце вы спокойно можете им стать. Все электронные почты у нас сохраняются в Excel файле. И вот мы среди них случайным образом, с помощью вот такой вот нехитрой программы, выбиратель случайных чисел подбираем любого какое-то случайное число и сравниваем, что у нас выпало. То есть, э, сад, какой, чему, какому, какому email соответствует это число, тот человек и становится победителем. Все просто. Ну вот, э, сейчас начнем розыгрыш. Итак, значит, в этом месяце у нас накопилось, будем считать от двух, потому что первое это у нас email, до, э, до 1121, если мне память не изменяет. Да, 1121, да, вот. Так, значит, я захожу сюда, обновляю страничку. Обновляю страничку. Ставлю цифру 2. Ставлю цифру 1121. Нажимаю кнопку «Сгенерировать». И получаю 1021. Так, возвращаюсь я к форме. И хочу поздравить победителя за май месяц в конкурсе в розыгрыше парфюмерии. Такой вот, такую вот электронную почту. 1021 овп 08 ру Заранее подготовил письмо уже поздравительное для этого счастливчика. И вставляю его вот сюда. Итак, нажимаю кнопку «Отправить» и вуаля, человек у нас становится победителем. Ну, точнее, ему приходит сообщение от нас. Телефона мы его не знаем, только электронную почту. Отправляем ему, ему на электронную почту сообщение о том, что он победил. На этом все. До новых встреч. До связи. Всего хорошего.